Риана, Кэти Перри, Ирина Шейк, Брэд Купер и другие звезды на Met Gala 2018. 7 мая в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala. В этом году мероприятие было посвящено взаимодействию моды и религии. Официальное название темы Met Gala 2018 – «Небесные тела, мода и католическое воображение». Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination. Звезды получили возможность создать невероятные образы и посетить выставку в Институте костюма, на которой были представлены работы известных дизайнеров и оригинальные предметы церковной одежды из Ватикана. Одним из первых гостей Метрополитен музея стали Джордж и Амаль Клуни. Джордж предстал в классическом костюме, а супруга актера выбрала яркий комбинезон платья Ричард Квин. Ирина Шейк и Брэдли Купер – еще одна звездная пара на балу Института костюма. Ирина появилась в золотом платье Versace, а Брэдли в костюме Том Форд. Риана создала образ, вдохновившийся одеянием Папы Римского. На певице были ряса и тиара Мейсон Марджелла, расшитые жемчугом и драгоценными камнями. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт пришли на мероприятие вместе. Это был первый официальный выход пары. Молодая мама выбрала черное бархатное платье со шлейфом Александр Ванг и дополнила образ солнечно-защитными очками модной формы. Трэвис предпочел классическую костюму черный мундир. Met Gala 2018 посетила и Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу, подчеркнула фигуру сверкающим золотисто-серебряным платьем Versace с крестами из камней и бисера. Одним из ярких образов стал наряд Кэти Перри. Певица примерила золотое платье в сетку, ботфорты и огромные белые крылья ангела. Среди знаменитостей, посетивших Met Gala 2018, также были Джиджи и Белла Хадид, Джеймс Корден, Эндрю Гарфилд, Рита Ора, Дженнифер Лопес, Энн Хэтэуэй, Фрэнсис Макдормант, Рози Хантингтон, Уэлтли, Сара Джессика Паркер, Мадонна, Кендалл Дженнер, Анна Винтур, Эшли и Мэри Кейт Олсен, Блейк Лайфли, Кара Делевинь, Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон, Лили Коллинз, Эшли Грей, Майли Сайрус, Джаред Лето, Эмма Стоун, Лана Дель Рей, Зендая, Ариана Гранди, Гранда, Эмилия Кларк, Селена Гомес, Эмили Ратаковски и Оливия Ман и другие. Какой звездный образ тебе понравился больше всего?